Большая вода в поселке Псиба. Из-за разгула стихии пострадало больше 100 дворов. Затяжные дожди спровоцировали разлив реки Дальняк. Это дай бог, что еще не заходит в дом. Дай бог, что она вот по чуть-чуть уже уходит. Оперативные службы дежурят здесь круглосуточно. Спасатели в ручном режиме отслеживают уровень в водоемах и расчищают русла рек. Благодаря режиму чрезвычайной ситуации делать это можно оперативно, без лишней бумажной волокиты. Сейчас все силы брошены на устранение ущерба. О проделанной работе глава Мостовского района отчитывается перед губернатором края на заседании комиссии по ЧС. Вода полностью ушла с территории. На сегодня необходимо произвести в режиме чрезвычайной ситуации расчистку русла реки Дальняк. В этой связи прошу вас, уважаемый Вениамин Иванович, поддержать район и выделить из резервного фонда необходимые средства, поскольку в режиме подготовки, к сожалению, сложно провести эти работы. Не нужно затягивать, потому что ситуация чрезвычайная, режим, он, естественно, дай бог, закончится. А если вы не успеете войти в этот промежуток, то, к сожалению, вот здесь мы опять упремся в действующие нормы, и что не позволит нам этого сделать, чтобы в дальнейшем предупредить чрезвычайную ситуацию. И вы бы уже посчитали бы, и уже хоть какие-то цифры уже обозначили, и письмо бы уже пошло на мое имя, и мы бы деньги уже выделили. Поэтому оперативнее, коллеги, оперативнее, еще раз подчеркиваю. Сейчас вода ушла. Уровень реки Дальняк не превышает опасных отметок. Спокойно и в Армавире. Несмотря на шумиху, которую подняли в социальных сетях, сотрудники МЧС успокаивают уровень воды под контролем. И он так и не достиг критической отметки. 4 метра 78 сантиметров при опасных 5,5. Сложность в том, что узкое русло реки Уруб еле пропускает большие потоки, когда разливается Кубань. Поэтому вдоль водной артерии развернули 5 постов наблюдения, где круглосуточно дежурят спасатели. Чтобы быть во всеоружии с приходом большой воды, глава Армавира обращается к Вениамину Кондратьеву с просьбой построить гидрологический пост. Если можно было рассмотреть вопрос выше по руслу реки Уруб, рассмотреть вопрос строительства, ну это громко сказано, строительства гидропоста, который бы мог считать объем воды, который идет по руслу реки Уруб. Вы обращение тогда подготовьте, только опять-таки, коллеги, побыстрее это все делайте, оперативнее. Как бы я думаю, что по размещению гидропоста, я думаю, что мы решим вопрос положительно, потому что на самом деле он нужен. Правильно, лучше мы сами максимально себя обезопасим своим гидропостом. На связи с губернатором по селекторной видеосвязи все районы Кубани. Из-за сильных осадков в нашем и соседних регионах резко наполнились русла рек. Под удар стихии, кроме Мостовского района и Армавира, попали Успенский, Новокубанский, Кавказский районы. Большие осадки и подтопления обошли юг региона. В районе Туапсе и Сочи спокойно. Со стихией боролись почти 3000 человек и больше 400 единиц техники. Сейчас в большинстве районов ситуация с паводками стабилизировалась. Что касается Краснодарского водохранилища, механизмы работают как часы. Наполнение чаши на уровне нормы. Обстановка на Краснодарском водохранилище следующая. Объем воды составляет 1 859 000 000. При НПУ, ну то есть нормальном состоянии, 1 798 000. Отметка уровня 32,91, НПУ 32,75. Простым доступным языком можете сказать для того, чтобы успокоить те муниципальные районы, территории, которые находятся ниже водохранилища, какой объем воды вы в состоянии принять вот на сегодняшний момент? Свободная противопаводкоемкость составляет 935 миллионов метров кубических, то есть 94% противопаводкоемкости у нас свободно, то есть мы готовы принять паводок. То есть никакой угрозы тем территориям, муниципальным образованиям, которые находятся ниже водохранилища, сегодня нет и не предвидится? Совершенно верно, то есть угрозы нет, будем работать в штатном режиме. Я думаю, что в Нижнем Бьефе, то есть ниже Краснодарского водохранилища, проблем не будет. Сейчас на территории региона введен режим повышенной готовности. Это значит, что оперативные службы готовы выехать по первому сигналу тревоги. Алгоритм действий давно отработан. Паводки на Кубани повторяются из года в год. Это риски, характерные для сегодняшнего дня. Они абсолютно прогнозируемые, они находятся на контроле как в Министерстве ГОЧС Краснодарского края, так и федеральной службы, собственно говоря. Центр управления в кризисных ситуациях ежесуточно, ежеминутно и при необходимости рассчитывает волну добегания и те последствия, которые могут наступить. Работа всех ответственных служб должна быть оперативной и четко выстроенной, отмечает глава региона. И начинаться она должна не в тот момент, когда льют дожди. Действовать нужно на опережение. И при малейшей угрозе оперативно сообщать об этом населению, поручает глава муниципалитетов Вениамин Кондратьев.
Обращаюсь к главам муниципальных образований, где сохраняется возможность подтопления. Проверьте еще раз систему оповещения. Это самое важное и необходимое, чтобы системы оповещения были в максимальной работоспособности и готовности. Второе, места размещения в случае эвакуации людей тоже должны быть подготовлены. Ну и коллеги, естественно, обеспечены всем необходимым для жизнедеятельности человека в случае его временного пребывания там. Опыт, который у нас в крае уже многочисленный, говорит о том, что мы должны все-таки контролировать уровень рек ежедневно, ежечасно. И предупреждение в случае, если на самом деле вода поднимается. Все, другого здесь способа нет. Механический контроль. Потому что, еще раз подчеркиваю, на погоду не повлияем. И на выпадение осадков не повлияем. Поэтому расслабляться просто не можем и не имеем права. Бороться с природой невозможно, говорит Вениамин Кондратьев. Сезон паводков продлится в регионе примерно до сентября. В этот период нужно быть во всеоружии. Жители Кубани не должны пострадать от возможного разгула стихии. Инна Чайка, Юлия Кишинева, Максим Емельянов, Эдуард Тараканов, Сергей Щербин, Кубань-24, Краснодар, Сочи, Армавир.